Вітаю! Завершився ще один тиждень карантину, і з вами знов програма «Про головне», та я Олена Астрахович. І сьогодні в нашій програмі ви побачите. В Україні вводять жорсткі заходи карантину. Більше двох на вулиці не збиратись, без масків в громадських містах не з'являтись, ходити тільки з документами. Чому падає рейтинг влади і як цьому може посприяти призначення нового міністра охорони здоров'я? Чому більшість наших лікарень не готові до прийому інфікованих хворих? Чим лікувати коронавірус? І чому лікарі повинні жити в лікарні? Інтернет в епоху карантину. Як справляються з навантаженням мереж та абонентів телекомунікаційні компанії? Навчаємося вдома. Як зробити дистанційне навчання для студентів та школярів цікавим та зрозумілим? Поради фахівця. Знаєте, останній час мені здається, що ми всі пацієнти якоїсь божевільні, чи масовка на знімальному майданчику фантастичного трилера. Вам не здається? Отже, логічно пояснити чи прорахувати ситуацію навіть на декілька днів вперед не вдається. Все змінюється з якоюсь космічною швидкістю і, на жаль, не на краще. Істерія навколо вірусної загрози посилюється. Апогеєм, на мій погляд, став призив заздалегідь копати могили для можливих поховань жертв коронавірусу. Ну, це вже якийсь треш. І проблема в тому, що кожен наступний крок влади тільки посилює відчуття апокаліпсису. І все це замість реальних дій, заснованих на досвіді інших країн. Але 6 квітня в Україні значно посилюються заходи дотримання карантину. З понеділка жителям Одеського регіону, як і всієї України, забороняється перебувати в громадських місцях без маски або респіратора. Якщо ви збираєтеся вийти з дому, не забудьте взяти документи, що засвідчують особу. Ходити по вулицях можна буде тільки по одному або по двоє. Виняток – випадки службової необхідності, наприклад, наряди поліції або батьки, що супроводжують дитину. Дітям у віці до 14 років перебувати у громадських місцях без дорослих забороняється. Гуляти з собакою може вийти тільки один з її господарів. Забороняється відвідування парків, скверів та зон відпочинку. Не дозволяється перебувати на спортивних і дитячих майданчиках, відвідувати установи, які надають соціальні послуги, самовільно залишати місця ізоляції. Що стосується пенсіонерів, то згідно з документом, усі, кому за 60, зобов'язують самоізолюватися. А за недотримання правил порушникам загрожують штрафи в сумі від 17 тисяч гривень. По-перше, ряд цих обмежень напряму порушують конституційні права громадян, якщо приймаються без введення в країні надзвичайного положення. Про це сьогодні говорять юристи. А ще можуть призвести до свавілля караючих органів. Але ми вже звикли, що в нас війна гібридна, зараз і карантин гібридний. По-друге, пробачте, але мені не зрозуміло, як можна було спочатку впустити в країну майже 200 тисяч українців з країн, де лютує коронавірус, не зробивши обсервацію, а потім, коли вони всі роз'їхались по регіонам, одягти всіх в маски. Бо вже не зрозуміло, хто хворий, а хто ні. І схоже, що саме таке шарахання влади з однієї сторони в другу, як і кадрова чехарда, призвело до того, що рейтинги влади почали стрімко падати. От, зокрема, останнє призначення на пост міністра охорони здоров'я екс-губернатора Одещини Максима Степанова. Вже з перших днів своєї роботи міністром він почав посилено, як то кажуть, піаритися на темі. Виступив навіть зі звітом про виконане за 2 дні. На цей звіт чисельне журналістське експертне товариство відповіло цілою серією публікацій про діяльність самого Степанова на терені медицини в Одеській області. Не буду забирати у вас час. Кожен може сам ознайомитись з цим захоплюючим чтивом, набравши в рядку пошукача, ну, скажімо, слова «Степанов, обласний центр діалізу». Ну, чи може прочитати матеріали наших колег про те, як легким рухом руки замість дорожньої дитячої клінічної лікарні з'явився приватний центр діалізу. А тепер до відеозвіту Степанова. У ньому, зокрема, міститься звернення до лікарів швидкої допомоги, мовляв, не хвилюйтеся, вас теж включили до наказу про підвищення виплат медикам, які стикаються безпосередньо з епідемією. Цієї частині виступу Степанова передувала звернення медиків швидкої допомоги до керівництва країни. Ось воно. Можна? Уважаемый господин президент, к вам обращаются работники службы экстренной медицинской помощи Запорожской области. Мы возмущены приказом нового министра Степановым, номер приказа 759
где там исключены работники службы скорой помощи, те, которые находятся на передовой, те, которые находятся на войне с инфекциями туберкулеза, СПИДом, ВИЧ, коронавирусом, исключены из списков повышению нашей заработной платы. Мы обращаемся к вам, как к слуге народа. Обратите на это внимание. На следующий день такое обращение вы получите от всех областей Украины. Мы взываем к вашему разуму. Сирена. Тобто все, що сказав Степан в своєму виступі, це реакція на вимоги медиків швидкої допомоги. Вони нагадали про себе, про своє існування. А якби не нагадали? Їх би в указ про виплати так і не включили б? І, до речі, про виплати. Медикам, які борються з коронавірусом, підвищують цю плату до 3 укладів. Це підноситься в ці дні, як велике досягнення влади. Але існує документ, зареєстрований в Мін'юсті ще в 2003 році. І в ньому чорним по білому написано про доплати медиків, які безпосередньо зайняті ліквідацією епідемії та лікуванням захворювань людей. Доплати в розмірі, вгадайте з двох спроб, наскільки? Правильно, в розмірі 3 посадових окладів. Тому не треба нічого винаходити. Треба просто виконувати те, що було прописано раніше. Менше стрясати повітря, а свою ефективність доводити справами. До речі, про ефективність. Наші колеги з різних видань пишуть, що призначення Степанова, мовляв, сприяв олігарх Ігор Коломойський. Але ось уривок з інтерв'ю Коломойського РБК України від травня 2019 року, де він прямо говорить про Степанова. Коли він був директором фабрики «Україна», то його рятували при Арбузові. Я допомагав, мене палець просив через Бродянського. І вони якось вийшли на Арбузове, щоб тоді не вигнали з цієї фабрики і його відстояли. Вони заробляли нормальні гроші. Потім проходить час, прийшла нова влада і палець через Іванчука знов його рятує. Схоже, перефразуючи назву відомого фільму, порятунок рядового Степанова – це така олігархічна забава. Але ми в редакції сумніваємося, що після такої явно принизливої оцінки на посаду голови МОЗ Степанова лобіював Ігор Коломойський. Йому, якщо що, Степанова знову доведеться рятувати, на цей раз вже з МОЗ. Втім, не час для жартів. Вся ця епопея з призначенням Степанова була б хоч крапельку смішна, якби не розпал коронавірусу. І до того ця історія може позначитись на рейтингах правлячого монобільшості і президента. А вони, як ми говорили раніше, і так вже починають падати. Згідно з результатами ролінгового опитування, проведеного компанією Research Branding Group із 28 березня до 1 квітня, 34% опитаних висловили недовіру влади, 32% – підтримку, 12% – байдужість, 8% – повагу, а 4% – ненависть. 30% опитаних не схвалюють поточні дії президента Володимира Зеленського. Діяльність міністра внутрішніх справ Арсена Авакова 36% оцінюють негативно. 47% негативну оцінку ставлять лідерки партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко. У Петра Порошенка негативних оцінок 56%. І саме на цьому тлі 1 квітня в країні відбувся старт 2-го етапу медичної реформи, про який ми минулого разу говорили в нашій програмі, а також підготовка медичних закладів до прийому пацієнтів з коронавірусом. До речі, тільки за 1 тиждень кількість хворих в Україні збільшилась в декілька разів. З майже 300 осіб 29 березня до 1000 і більше сьогодні. Отже, процес ураження йде божевільними темпами і в Одеському регіоні, зокрема. А у лікарів і медичних установ до сих пір більше питань, ніж відповіді по прийому інфекційних хворих. І обладнання та захисні костюми важливі, але далеко не єдине з них. Звернення медиків з лікарні Водніків – ще одне тому підтвердження.
Так хто, як і чим нас завтра буде лікувати? І чи може нам зашкодити прогулянки на свіжому повітрі з родиною? Про все це ми сьогодні спитаємо у нашого експерта-епідеміолога, доктора медичних наук Віктора Гойдика. Отже, Віктор Степанович, давайте почнемо саме з тих заходів по посиленню карантину, які були запроваджені на цьому тижні. Кажіть, будь ласка, щодо ефективності саме цих заходів, більше двох не збиратись, з собакою гуляти тільки по одному, маски носити скрізь. Ми з вами вже розповідали про це, але кажіть, от на ваш погляд фахівця, доречні ці заходи чи ні? Я вважаю, що ці мероприятия повинні бути, вони мають місце, але вони не достаточно. Тобто должен быть еще жорсткіше так, треба? Так. Посмотрите, первое, смотрите, вопрос в чем стоит. На сегодняшний день, если посмотреть, дети гуляют, взрослые гуляют, дети играются вместе, дети тоже болеют. И посмотрите, выйдем на улицу, сколько людей, идет скопление людей по улицам и в других местах, в том числе и в магазинах и так дальше. Должна быть, мы должны все осознать четко, однозначно, что это как дважды два, что должны быть четкие мероприятия. Мероприятие первое направлено на здоровье граждан. Это нельзя говорить больше двух, не собираться больше. Нет, нельзя, без причин нельзя ходить никуда, крапка, не обсуждается. Вы пошли в магазин и назад. Вы идете в магазин, вы видите, что там много людей. Вы стали, подождали. Люди вышли, потом вы зашли. Руководители тех предприятий и магазинов, ну, тех учреждений, они должны четко следить. Второй вопрос, который есть. Где двери открываются самостоятельно, вопросов нет. Где двери надо открывать рукой, значит, эти ручки должны быть обработаны каждых полчаса, либо же эти ручки должны быть обмотаны определенными там ветошью и так дальше, которые постоянно смачиваются антисептиком. И вы берете, при холере так было, потому что вирус передается не только воздушно-капельным путем, но и контактным, аэрозольным путем. Так, самоконтактным. И мы, если мы взяли, вирус сохраняется на металлических поверхностях очень долго. Вообще он живет порядка больше 10 часов. Что касается применения масок, респираторов и так дальше. И маски, и респираторы – это разные средства защиты разного назначения. Okay. Врачи, медработники, которые работают в очаге и так дальше, они должны пользоваться респираторами. Отже, оно не обсуждается. Отже, Віктор Степанович, на цьому тижні багато говорили саме щодо захисту лікарів. Кажіть, будь ласка, ви спілкуєтесь з лікарями, ви знаєте, що зараз відбувається в одеських лікарнях. Кажіть, будь ласка, наскільки захищені зараз наші саме лікарі? І що треба зробити, щоб лікарі не втикали, не звільнялися зараз під час епідемії? Ну, прежде всего, мы должны четко, правильно понимать, что есть защитные костюмы, а есть защитные халаты. Это две больших разницы. Есть маски, есть респираторы. А в нас что, халаты или костюмы в медзакладах? У нас защитные халаты. Тобто це не герметичні, я так розумію, не вірусні такі. Вопрос стоит, как гласит протокол китайский. В Китае они прошли тяжелый путь, они протокол. Если я пошел в палату, в бокс, смотреть больного с коронавирусом, который подтвержден, я его слушаю, я его смотрю, я должен одеть защитный костюм, маску и так дальше, респиратор и очки, маску, которые закрывают меня, плюс головной убор, плюс рукавицы, плюс на ноги. Я не могу... Я захожу с чистой зоны. Я посмотрел больного, я не могу назад выйти в чистую зону. Я должен уйти в грязную зону, переодеться, принять душ, и это все утилизируется. Так, тобто це одноразове, на одного пацієнта, саме один такий скафандр потрібен? На один, ні, я можу дивитися в боксі, всі двох пацієнтів, скільки там є. І поїхав додому? Ні, я не можу поїхати додому, тому що я був в контакті, і в мене немає достовірної гарантії, що вірус з воздухом, з частицями не потрапив на слизисті і так далі, і так далі. Тобто в мене немає гарантії, що я не інфіцірований. Тобто мені потрібно жити на території лікарні? Так, я должен однозначно знаходитися на территории больницы. Государство должно... Две недели. Государство должно меня обеспечить всеми просто. Значит, я иду, сплю, утром встаю, опять досмотрю больных, опять сплю. А в мене родина, а в мене дети. У нас чрезвычайная ситуация. Если я прийду домой, то может случиться так, что у меня не будет ни детей, ни семьи, потому что я их заражу, они умрут. И лікарі це розуміють, тому вони извиняються. И вот поэтому вопрос стоит, второй вопрос, что должна быть защита четкая. К сожалению,
это не выдерживает. Як це повинно відбуватись? Як це роблять в інших країнах? Як це робили китайці? І що з цього є в нас зараз? Смотрите, есть чрезвычайные ситуации, есть чрезвычайное положение. У нас ситуация сейчас такая сложная с коронавирусом. Это медицинская отрасль. Для этого та чрезвычайная комиссия, которая есть при мэре, она должна иметь определенные ответвления, которые будут работать специалисты, в первую очередь патофизиологи, инфекционисты, кардиологи, пульмонологи, реаниматологи. Это те специалисты, которые крайне необходимы для того, чтобы разработать пошаговый, не тот протокол, который у нас сейчас есть. Вот если применяете то на, для детей там, препараты, которые для малярии, этот, эти препараты, нет, которые... Нет, это до ликов мы еще торкнемся. Они, понимаете, должны быть пошаговые. Патофизиологи расписывают патогенез этой болезни и на каких этапах мы можем влиять. Первое, когда вирус, чтобы проник, чтобы не проник. Это маски, этот вирус не проникает. Вирус уже проник. Второе, чтобы он не реплицировал, то есть, чтобы он не делился. Значит, мы должны заблокировать его. Он уже попал и уже поделился. Мы должны заблокировать его выход. И чтобы мы не проходили тот этап, что больной с легкой степенью поражения перешел в тяжелое течение. И мы должны давать поэтапно препараты, которые будут и профилактические. У больных людей, у людей, которые имеют подтвержденные, либо не подтвержденные, имеют симптомы. Тому що, коли немає симптомів, ніхто не звертається. Отже, Віктор Іспанович, давайте повернемося саме до лікарень, тому що, я розумію, на цьому тижні лікарі, саме лікарні Водніков, говорили, що вони не розуміють, вони не фахівці, як саме організувати ці чисті, грязні зони, як саме організувати, я розумію, що повинен бути якийсь хостел для лікарів саме на території кожної лікарні, яка стикається саме з цими вірусними хворобами. І вони між собою не можуть спілкуватися. А, між собою взагалі не можуть? Значит, я точно вас инфицирую. Поэтому тут должно быть разделение однозначное, и которое не подлежит обсуждению. В Украине есть взагалі хоть один медзаклад, где відбуваються саме такі заходи? На сегодняшний день нет. Только сейчас организовывается, только мы дошли к этому вопросу. Организовывается. Как оно будет, не знаю. Вот, в городе Одессе выделяются сейчас места, где врачи будут переведены на постоянное жилье, то есть город берет на себя обеспечение этих врачей, питание их и так дальше, и, соответственно, защита. Саме такі заходи безпеки, якщо будуть саме ці скафандри, якщо там, скажімо, захисні для лікарів, якщо будуть доплати для медпрацівників, на ваш погляд, залишаться лікарі в лікарнях? Врачі залишаться в будь-якому випадку, тому що вони врачі. И даже если зарплаты не будет, это часть людей, которые там могут покричать, могут возмущаться, но все равно они пойдут. Но мы видим, что не все. Не все. Ну, эта часть, конечно, будет так. Второй вопрос, что защита врачей – это возможность дальнейшего продвижения вперед и лечения больных. Но нам надо еще мероприятия, которые будут не допускать, чтобы больные появлялись. Вот это как раз идет. Все должны быть дома, ходить только по необходимости. Если вы идете по улице, у вас должна быть маска, потому что если вы видите, что идут много людей и так дальше, вы одеваете ее. Если вы один гуляете по улице, никого нету вообще, вы маску можете не одевать. Вероятность нулевая, что вы заразитесь. Второй вопрос. А якщо я родиною, у двох чи у трьох? Ну, тобто ми взагалі, може, спілкуємось в кімнаті? Да, ви йдете, вам треба одягати маску, тому що я йду з тої сторони, ви з тої сторони, якщо люди йдуть на зустрічу. Ні, якщо нікого немає. Ви йдете, собі нет вопросу. Це має бути правильне об'яснення всім людям, що і як робити. Якщо ви наодинці, можете маску не вдягати. Якщо є хтось поруч, інші люди, інші родини, абсолютно правильно. Второй вопрос, который есть. Если взять историю всех эпидемий, которые были, нас эти частицы, в которых находится вирус, они находятся в воздухе, они летают, но их не так много. Поскольку город сухой, у нас своя климатическая вирус, город сухо, дождя нету. Почему не ночью, там в 3 часов ночи до утра, не полить город жидкостью, водой, даже водой, мы прибиваем пыль и прибиваем
все вирусы, которые есть. Как робили, когда был Чернобыль, как робили за... Это смываем, это раз. Второе, мы все учреждения обрабатываем рынок. Рынок надо четко, правильно все спланировать. Мы работаем, одно место от другого, много людей не собирается, все идут в масках. И три часа он закрыт. И идет обработка ежедневно. Так, это за правилами, так воно повинно оно быть. Тогда есть шанс, что... Город Одесса – это особый город. И несмотря на то, что сейчас закрыты города между собой сообщения, люди ездят и люди общаются. Так, так. Виктор Степанович, давайте декілька слів щодо протоколів. МОЗ на цьому тижні, в МОЗ заявили, що вони вже в усі лікарні направили протоколи саме лікування коронавірусом і закупили так званий препарат Плаквініл. Щодо цих ліків, наскільки вони ефективні, що ви скажете? Еще до протоколов. Смотрите, первый вопрос, который возникает. Назначение хлорохина – это препарат, который применяется при малярии, это является иммунодепрессантом. Он назначается тогда, когда уже идет массивное поражение легких, и когда идет иммунная реакция, которая несет за собой огромные повреждения не только антигена, но и повреждения наших собственных и здоровых тканей, для этого мы должны тормозить иммунную реакцию. Ее можно снижать иммунитет? Да. Не підвищувати, как нам все говорят сейчас? Правильно, абсолютно. Мы можем назначать гормоны, преднизолоны. То есть это будет дешевше, чем эти... Второй вопрос, что если мы переводим другие больницы, которые не инфекционного профиля, они не знают, они не умеют, их узкий профиль, гинекологи и так дальше, но они имеют общее медицинское образование. И для них надо четкий протокол пошаговый. Больной пришел к вам, у него температура 38, болеет там, или температура имеет вторые сутки. Мы сразу назначаем уже ему препараты, которые блокируют. Потому что мы не знаем, что тестов нет, но мы назначить должны препараты, которые блокируют. Если у него вероятность есть, а собирается еще эпиданамнез, возможность, что может где-то контактировать и так дальше, то мы даем препараты, которые будут блокировать выход вируса из клетки. Он уже, возможно, там есть. Второй вопрос, который есть, когда идет иммунная система направлена на работу, то, чтобы уничтожить вирус, у нас еще есть много возбудителей бактериальных, которые у нас есть. Для этого надо назначать препараты, которые вторичные инфекции. Все входит саме в той протокол, який запропонував МОЗ? В этом протоколе ничего этого не указано. Указано, что мы можем применять такие или такие препараты. То может быть, может не? И рассказано их дозировки, если мы их будем применять. Есть они у нас, нету. Если у нас его нету, какой аналог мы можем дать? Либо замену по механизму действия, для чего мы... То есть, если врачам надо объяснить правильно, делаем так, 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 пошаговый, не будет вопросов, любой врач, и гинеколог, и хирург назначит, он откроет протокол, посмотрит. Он должен быть простым, доступным, и не надо 300 страниц, не надо читать двое суток, изучать. Второй вопрос, который есть, врачей надо готовить. Потому что больница общего профиля не имеет отношения к инфекционным вопросам. Для этого надо готовить, как одевать костюм, как снимать его, где ходить, поправлять прическу, не поправлять прическу, поправлять очки, не поправлять, нос и так дальше, как мы любим. Это все должно быть, это не прощается. В инфекции это не прощается. Если мы поковырялись в носу, все. Тема закрыта. Так, на останнє. Виктор Степанович, скажите, будь ласка, ваши прогнозы. Чем ближе до Пасхи, тим ближче до якогось піку коронавірусу? Нет, вы считаете инкубационный период 2 недели, та масса людей, которая приехала к нам, и которые инфицированы, вирус, который к нам зашел, будет этапность 2 недели. 2 недели, 2 недели, 2 недели. 2 недели, пик, 2 недели, пик. Сейчас зашло большое количество наших граждан, которые приехали, которых мы пустили. Часть из них не сидят на карантине, идет общение. 2 недели, те, кто заразились, они будут иметь болезнь. Тобто через 2 тижні, ні, вже через 1 тиждень нас очікує нова хвиля. Отсюда вопрос. Каждый день у нас увеличится количество больных, инфицированных, подтвержденных. Порядка там 100, сейчас за последние сутки 138 человек подтвержденных. Это подтвержденных. Но, учитывая реформу здравоохранения, часть людей просто сидит дома.
І ще трошки про рейтинги. Згідно опитування компанії Resigent Branding Group, 40% українців не мають ніяких заощаджень, а у 13% заощаджень вистачить лише на пару тижнів. 17% сказали, що заощаджень у них вистачить на місяць, 8% – на 2 місяці, 3% – на 3 місяці і лише 7% – що на більш тривалий термін. Після оголошення в Україні карантину 29% зіткнулись з фінансовими труднощами, в тому числі втратили джерело доходів. До тих неприємностей треба додати ще зріст цін та нерозуміння, що буде далі. Не менш уразливими в цієї ситуації виявилися і пенсіонери. На цьому тижні Кабінет міністрів України ухвалив підвищення пенсійних виплат українцям старше 80 років на 500 гривень на місяць. А також виплату одноразової допомоги в 1000 гривень пенсіонерам, пенсії яких менше 5 тисяч. Додаткові 500 гривень пенсіонери старше 80 років повинні отримати вже з квітня, а ось тисячну доплату доведеться зачекати, говорять в пенсійному фонді. Як і індексацію пенсії, яку обіцяли ще в березні. За словами першого заступника начальника головного управління пенсійного фонду в Одеській області Тетяни Іворській, не дивлячись на карантинні заходи, всі пенсіонери отримують свої пенсії вчасно. Ті, хто старше 80 років, ще й доплату в 500 гривень. Всім пенсіонерам, які в нас отримують пенсію і являються по возрасту старше 80 лет, і в яких розмір пенсії не буде превышати 9205 гривен в месяц, будет установлена доплата ежемесячная в размере 500 гривен. Тем лицам, опять же, этого же возраста, которые имеют стаж работы, женщины 20 лет, мужчины 25 лет, у них пенсия не должна быть меньше, чем 2600. Ну, например, сегодня человек получает пенсию 2000 из этой категории, ему уже 81 год, ему будет установлена доплата в размере 500 гривен, и размер пенсии будет его не ниже 2600 гривен. Що стосується доплати в 1000 гривень обіцяної влади, то її пенсіонерам доведеться зачекати. Сегодня мы также отработали количество этих пенсионеров, проверили все документы, которые есть пенсионерам, проверили размер пенсии. Это самое главное, потому что одно из условий, которое определяет выплату 1000 гривен, является то, что размер пенсии не должен превышать 5000. То есть размер пенсии должен быть на уровне 5000 гривен или меньше. Всем этим категориям будет выплачено, опять же, независимо от закона, по которому получают пенсию, будет произведена одноразовая выплата в размере 1000. Мы планируем произвести эти выплаты где-то в середине апреля. Почему? Потому что для того, чтобы выплатить эти суммы, требуется внести изменения в бюджет на 2020 год. Когда будет принято постановление о внесении изменений в бюджет, тогда параллельно и мы будем отрабатывать документы на выплату одноразовой помощи в размере 1000 гривен тем лицам, у которых размер пенсии составляет на уровне не больше 5000 гривен. За законом, с 1 квітня повинно відбутись також перерахування пенсій працюючим пенсіонерам. Такие перерасчеты, опять же, мы сделали на основании тех документов, которые у нас есть, и те работающие пенсионеры, которых уже по состоянию на 28 марта этого года имеется 2 года отработанного стажа работы, им всем автоматически сделаны перерасчеты, и все они уже получат эти повышенные размеры, начиная из дня выплаты, то есть 4 апреля этого года. А в травні місяці, за словами Тетяни Єворської, пенсіонерів очікує ще й індексація пенсій. Індексація обов'язково буде по состоянию на май місяць. Ми її будемо робити в кінці апреля. І вже з виплатами майськими наші пенсіонери отримують розмір повищення пенсії з учетом індексації. Ці суми будуть платитися вместе з пенсіями. Тобто ті громадяни, які отримують пенсію
на почтовом отделении будут получать эту доплату на почтовом, а те, которые в банке, через банки. Ну а зараз до інших подій тижня. В період карантину більшість одеситів проводять час вдома, працюють віддалено або просто спілкуються з друзями та спостерігають за ситуацією в світі. І для тих, і для інших безперебійний працюючий інтернет у ці дні важливий, як ніколи раніше. Щоб забезпечити його, фахівці найбільше в регіоні телекомунікаційної компанії «Тенет» як об'єкта критичної інфраструктури продовжують роботу і під час карантину. Спеціалісти компанії «Тенет» працюють у звичному режимі, забезпечуючи одеситів безперебійним інтернетом, телебаченням і мобільним зв'язком. Але з дотриманням усіх необхідних заходів безпеки, підкреслюють у компанії. Ті, хто вирішив саме зараз підключити інтернет, також можуть це зробити. Причому без ризику. При проведенні підключення нових абонентів або проведенні ремонтних робіт, співробітники компанії використовують засоби індивідуального захисту. В офісних приміщеннях компанії сьогодні, окрім звичного прибирання, регулярно проводиться дезінфекція. Також співробітники стежать за дотриманням дистанції між відвідувачами або відділів. Частину фахівців «Тенета» переведено на віддалену роботу. Забезпечення зв'язку і турботі про збереження здоров'я як абонентів, так і співробітників сьогодні у компанії приділяють особливу увагу. Ну а ми продовжимо розмову про сучасну діяльність життєво необхідної структури з генеральним директором телекомунікаційної компанії «Тенет» Олегом Єлісєєвим. Зараз багато людей сидять вдома, вони дивляться фільми, вони дивляться соцмережі, і я розумію, що дуже велике навантаження саме на ваші інтернет-мережі. Як ви в змозі якось подолати цей натиск? Так, Олена, ми почувствовали високу нагрузку, да, дійсно, нагрузка возросла в середньому на 25-50%. Отже, 50%, ну це так. Так. Однако мы к этой нагрузке были готовы, так как, в общем-то, в позиции компании было всегда двойное резервирование. То бишь у нас всегда оборудование в два раза больше, чем нужно, то есть всегда. И, соответственно, емкость внешних каналов тоже всегда в два раза больше, чем нужно. Это обеспечивает нам, прежде всего, стабильность, когда те или иные поставщики интернет-услуг ломаются, скажем так. Форс-мажорные, да. Это обеспечивает нам большую гибкость. И именно эта позиция компании, которая была заложена фактически при ее основании, большая избыточность, на сегодняшний день играет нам, в общем-то, очень добрую роль. И благодаря этому абоненты на сегодняшний день получают достаточно качественный сервис. Да, безусловно, есть серьезная проблема по контенту, который получают абоненты, по качеству контента, который получают абоненты. Например, мы знаем, что YouTube перестал отдавать в высоком качестве. То бишь, мы должны понимать, что каналы связи – это каналами связи, их пропускная способность, а возможность тех или иных сервисов отдавать контент на максимальной скорости ограничивается техническими возможностями самих сервисов. А, тобто, коли в мене на там телевізорі чи телефоні пригальмовує фільм чи ну те, що дивлюсь в інтернеті, ну в Ютубі, це то на сьогоднішній день 90% знаходиться на стороні сервісу, який віддає, тому як він не спроможен це зробити. Тобто ви на це вплинути ніяк не в змозі? Звісно, звісно. Який би ми канал не построїли би, какие бы современные методы мы не применили, новые оборудования и суперновое оборудование не поставили, с той скоростью, с которой сервисы могут отдавать, они будут отдавать. Это особенно касается тех, скажем так, серых сервисов с фильмами, сериалами, которые... Без них не лицензийны, это разумело, да? Мы понимаем, их бюджеты, в общем-то, тоже понятные, они точно не рассчитывали на
такое массовое использование, и ну, их экономическая модель ну, была совершенно другой, она не была рассчитана, что их смотрят круглосуточно и в таком количестве. Там, взагалі, да? Ніхто не мог, не сподівався, що карантин буде в всьому світі. То есть, кто-то может сказать, ну, это же совершенно замечательно, вы что, на трафике зарабатываете? Нет, на трафике нынче в современном мире никто не зарабатывает, уже давно никто не зарабатывает. На трафике зарабатывают те, кто рекламу размещают. Те, кто помогают размещать рекламу, вот они зарабатывают. То есть для вас это невыгодно? Нет, нет, для нас это ни для кого не выгодно, потому что сети нагружены больше, чем расчетно. И телефонувати, если в мене подвисло телебачення, нема сенсу? Нет. Конечно же, нужно, и мы, как компания критичной инфраструктуры, очень с заботой относимся на сегодняшний день, особенно на сегодняшний день, к таким звонкам. Мы понимаем, что мы являемся окном в мир. Так, для багатьох громадян. Мы понимаем, что фактически кроме нас-то по большому счету позвонить некому. Особенно вночі. И наши операторы колл-центра это тоже понимают и с радостью хотя бы просто поговорят. Не только по сути. Такие звонки... Не знаю, как сказать, к сожалению или к счастью, но есть. Но есть. Безусловно, мы помогаем в этом случае и консультацией, и перенастройкой, возможно, перенастройкой оборудования. И, может быть, проблема находится и у абонента в доме в том числе. Мы понимаем, что Wi-Fi сети, они тоже получили достаточно большую нагрузку за счет того, что люди дома сидят и максимально используются. А может, какая-то бабуся или дитина не ту кнопочку нажала? Может и так. Олег, скажите, пожалуйста, а вот при таком навантажении на мережи, вы залучаете якось новых абонентов? Чи сейчас вы сделали стопы и все? Смотрите, мы работаем в совершенно штатном режиме, в усиленном штатном режиме. Расширенные и графики работы наших специалистов, но мы подключаем абонентов в совершенно нормальном режиме, совершенно штатно, с использованием, безусловно, всех средств защиты, сангигиены. То есть вы на них одеваете маски? Ну, не просто. Чи вы в виртуальном просторе как-то защищаете? И физически, и виртуально. К нам обращаются люди, которые находятся в режимах самоизоляции. По различным причинам. То есть им не нужно приходить саме до вас? До колл-центру, ну, то это можно... Смотрите, ну, причин неработы связи может быть очень много, да? И одна из причин... Щодо підключення мы зараз говорим. А щодо підключення, завжди приходимо, завжди з'єднаємо кабель абонента з його обладнанням. Тобто там достатньо тільки зателефонувати якось? Як завжди, чи в онлайні, чи по телефону. Так, ви були піонером IT-технологій в Україні. Ви розумієтесь, як ніхто саме на тих технологіях. Багато хто з експертів говорять, що далі нас очікує, ну якось можна сказати, така ера електронної диктатури. Як саме ви вважаєте, яким стане світ після карантину, після вірусу? Ну, смотрите, я точно не відношу себе к футурологам. Але. Ви правильно сказали, ми дійсно починали на зарі IT-технологій. И я понимал лишь одно. Жизнь нам всегда дает тот путь, по которому стоит двигаться. И текущая ситуация с «Останься дома» дает нам шанс узнать что-то новое в социальном плане о себе, о своих близких, о своей семье, о тех, кого давно не видел и на сегодняшний день можешь пожалеть о том, что ты вовремя не пришел к нему. Да. Ну и подумать, что с этим сделать. А жизнь дает нам возможности сделать что-то новое, но уже оставаясь дома. Это и изучение языков, и изучение тех каких-то знаний, которые не были получены. Например, кто-то хотел научиться рисовать, вот, пожалуйста. Да, онлайн-курсов по... О, дуже багато. Очень много, и это тренд. Кто-то захочет
перевернуть свой бизнес из офлайна в онлайн, но у него сейчас есть прямая возможность это сделать. И це буде необхідний час, мені так здається. Смотрите, жизнь, она ж как восходы и закаты, она же идет по строго определенной программе, и мы либо принимаем эту программу, мы вписываемся органично в эту программу, и сегодня программа жизни такова, что нам нужно работать онлайн. Те, кто принимают эту программу жизни, те, кто интегрируются в эту работу онлайн, перестраивая свои бизнесы, свои подходы к этой работе онлайн, те... Это имеют перспективу. Имеют перспективу, да, совершенно верно. Я говорю в Одессе. Да. Применять термины «электронная диктатура», ну, знаете, диктатура, она не важна, какая диктатура, электронная она или не электронная. И карантинный комендантский час может быть как электронный, так и не электронный. Вы же понимаете, что на сегодняшний день комендантский электронный час – это в руках энергетических монополистов, например. Так. Да, вот выключили свет, и все. И все. И все. И життя поэтому, интернетом закончилось. Поэтому говорить об электронной диктатуре, ну, я думаю, слишком преждевременно, потому что на любую диктатуру есть демократические методы и способы, каким образом обществу, как единому целому противостоять. Так, я разумею. Конечно же, очень важно интегрироваться в электронную жизнь государства, которое предлагается, наконец уже использовать Bank ID как цифровую подпись. Программу Дия. У каждого программа Дия, в том числе, в общем-то, неплохой вариант. Разобраться для тех, кто не разобрался с электронными платежами за коммунальные услуги, наладить дистанционное снятие для тех, кто может себе это технически позволить, там, показания счетчиков, интегрировать себе умные дома для того, чтобы в конце концов соптимизировать свои расходы. Ну, масса интересных моментов открывает нам карантин. І впродовж розмови про майбутнє, давайте подивимось, що сьогодні відбувається в школах. Незважаючи на карантин, навчальний рік триває. Канікули закінчилися, почала четверта четверть, і у цьому році вона швидше за все буде повністю віртуальною і може тривати весь червень, кажуть у департаменті освіти Одеської міськради. Викладачів сьогодні є вибір – пропонувати учням вже готові відеоуроки або скористатися онлайн-платформою для проведення занять, кажуть у міському департаменті освіти. Найкращим варіантом, який сьогодні за спостереженнями співробітників департаменту використовує вже біля 40% наших вчителів, це є навчання онлайн на платформах. Ми надали кожній школі рекомендації, розмістили їх на сайті департаменту, де є посилання на конкретні платформи. У тих же випадках, коли проводити онлайн-уроки з якихось причин можливості немає, можна скористатися відеоуроками, які розміщені на сайті департаменту освіти. Ці уроки охоплюють всю навчальну програму, підкреслює Олена Буйневич. Другий варіант, який використовують ті, хто не може вийти онлайн з різних причин, це надання дитині щодня посилання на відеоурок, надання їй до цього відеоуроку додаткових матеріалів і домашнього завдання. Відеоуроки з усіх тем, які мали бути вивчені у цей період, вже розміщені на сайті Департаменту освіти та науки. Школярі після виконання завдань повинні відправити фото домашніх робіт вчителю. Однак, зазначає директор департаменту, є вчителі, які не хочуть освоювати і впроваджувати у свою практику нові технології. Звичайно, є випадки, коли дистанційний зв'язок вчителя з класом обмежений клаптиком паперу, де записані домашні завдання. Таке неприпустимо. І от саме про такі випадки я кажу, коли звертаю увагу на достатньо несправедливе нарахування заробітної плати вчителям, зважаючи на те, що і навантаження вони несуть абсолютно нерівномірно. Під час карантину зростає відповідальність батьків, які повинні контролювати процес навчання дітей. Вже зараз при проведенні дистанційного оцінювання ми бачимо, що і вчителі бачать, що достатньо велика кількість дітей завдання не виконує. Тут же питання не до вчителя, а є питання до організації діяльності дитини вдома, до батьків, бо відповідно до сімейного кодексу відповідальність за отримання дитиною освіти несуть батьки.
Цікаво, а що робити батькам, які продовжують працювати в період карантину? Отже, для дітей, які звикли до шкільної системи уроків, не менш важко переформатуватись на дистанційне навчання. А ще відеоуроки, про які говорила директор департаменту освіти, ну, на мій особистий погляд, не можуть зацікавити сучасну дитину, бо зроблені, ну, дуже примітивно. Про все це ми продовжимо розмову з доктором економічних наук, професором кафедри ОНУ імені Мечникова Іриною Нено. Зараз за часи карантину багато хто з ваших колег-педагогів, вони стали перед викликом змінюватись, тому що я розумію, що їм потрібно якось навчатись робити онлайн-уроки, а то, що пропонує зараз Міністерство освіти, ну, на мій погляд, це, ну, такі трохи застарілі ролики, які вже не дуже сприймаються сучасними дітьми. Кажіть, будь ласка, як саме ви, як фахівець, оцінюєте качество саме цього відеоматеріалу? Зараз у нас такий період, що краще ми будемо позитивно оценивать то, что можно оценить позитивно, и рекомендовать усовершенствовать, улучшить то, что в наших силах. Потому что столкнулись мы с такой ситуацией впервые, не только мы, но и весь мир, когда необходимо дистанционно заменить личный контакт, когда необходимо развиваться, когда необходимо заниматься, можно сказать, собой и своим уровнем образования. Те ресурсы, которые сейчас находятся в открытом доступе на сайте Министерства образования и науки, это рекомендованные ресурсы, цель которых в основном выдать в концентрированном формате сухую фундаментальную базовую теорию. Ось сухую та фундаментальну. Але чи можуть сприймати діти 6, 7, 8, я вже не говорю про молодші класи, чи можуть вони сприймати саме в такому форматі цю інформацію? Я скажу вам більше. Даже взрослые люди, люди, которые получают образование для взрослых, в таком формате эффективность восприятия невысокая. Поскольку необходимо усваивать данные знания и получать конкретные навыки, то есть навыки и умения, как сейчас мы говорим. Образование состоит из мягких навыков, soft skills, и твердых навыков, инструментальных навыков. Поэтому в дополнение к данным роликам, к данным материалам, конечно же, необходимо использовать и другие ресурсы. Нам необходимо дополнить образование инструментами, которые в теории образования относятся к инструментам андрагогики. То есть теоретические инструменты, не хочу наших слушателей чрезвычайно перегружать вот этой новой терминологией, но прошу вас для себя уяснить, что все инструменты обучения, они делятся на педагогические, так, це і зрозуміло. Андрагогічні. Тобто педагогічні – це коли педагог стоїть і розповідає лекційний матеріал, так? Біля дошки чи біля екрану. А андрагогічні – це що? Андрагогічний підход предполагає обучення дійствам і погруження, глибоке погруження в определену середу. Современным примером использования самообучения или андрагогического подхода, или подхода с погружением, является подход многих знаменитых блогеров. Вот одним из них, например, да, является Стив Ян. Кому интересно, вы можете, как сейчас мы говорим, погуглить. Этот человек на данный момент проживает в Корее, изучает уже не первый иностранный язык. И он, лично он вот своим опытом показывает эффективность использования данных методов обучения. А что самое він робить? Что это значит? Это значит, что вы для себя ставите задачу усвоить какой-то навык и преподнести его как преподаватель. То есть представим себе, что вы бы хотели объяснить мне, как поздороваться по-корейски, как бы приветствовать друг друга по-итальянски. Да? Для этого, во-первых, вы все равно начинаете с ознакомления с теорией. Во-вторых, вы каким-либо способом преподносите эту информацию. Ну, например, я предлагаю детям и их родителям, если вы хотите изучить теоретическую тему, нарисовать комикс на эту тему. Многие сейчас детки прекрасные иллюстраторы, да, и вот создают такие PowerPoint-презентации, другие презентации в другом формате. Во-первых, это может быть своеобразным таким тьюторством, можно подтягивать так младших братьев, сестер, значит, объяснять дистанционно одноклассникам, да, какие-то темы, то есть это уже называется взаимное обучение. Тобто завдяки саме таким формам, там, створення якогось реферату, створення якогось кліпу, створення якогось коміксу, можна залучити дитину саме до цього свого предмету, так? Совершенно верно, то есть человек презентует то, что он понял сам, ну, не знаю, насколько это уместно, если вы знаете знаменитый такой уже классический анекдот преподавателя,
Вот, о том, что он студентам один раз объяснил, они не понимают, второй раз объяснил, они не понимают, третий раз уже сам понял. В общем-то, этот принцип используется и в андрагогическом подходе. Еще хочу отметить, педагогический подход, он очень эффективен, когда у человека не накоплена критическая масса знаний, когда он еще не владеет совсем теорией. То есть, в общем-то, он эффективен для детей, которые повторяют, которые заучивают, и в изучении иностранных языков. Эти приемы также используются. Что сегодня нам предлагает вот эта диджитализация? И, собственно, вообще этот карантин, на самом деле, он, как прогнозируют многие экономисты, он авторитетные экономисты, он позволит нам совершить определенный прорыв именно в диджитализации. Диджитализация, или то, что мы называем новый индустриальный уклад, четвертая промышленная революция, четвертый индустриальный уклад, это система, когда экономика переходит в интернет, на диджитал-платформы, когда выигрывают те экономики, где наиболее эффективно построены коммуникации, то есть общение. И я сейчас, можно сказать, радуюсь за нас, что мы вынуждены осваивать данные технологии. И в Міносвіті, и в наших управлениях говорят, что саме батьки повинні подбати про навчання своїх дітей. Саме батьки повинні організувати, але батьки, по більшій часті, вони ж саме, вони зайняті люди. Не всі сидять на карантині. Що робити батькам? Во-первых, я с вами согласна, что родители – это занятые дети. Во-вторых, все мы знаем, что существуют психологические барьеры при обучении собственных детей. Так. В данном случае родители не являются авторитетом для ребенка, да, в преподавании. А я вообще являюсь поклонником профессионализации, то есть все-таки профессионалы должны заниматься своим делом, и преподаванием должны заниматься преподаватели. Сейчас выборочно присутствуют преподаватели, которые помогают строить траектории или стратегии обучения. В основном это касается обучения для взрослых, но сейчас мы в других условиях, это необходимо для всех. Как возможно построить стратегию обучения для ребенка, для студента, да, обращаюсь и к нашим студентам, к своим коллегам. Мы сейчас предоставлены сами себе и можем повышать свою квалификацию. Во-первых, вам необходимо четко определиться, каких навыков вам не хватает, какую профессию, какую тематику вы хотите освоить. Использовать принцип from local to global, то есть мыслить локально, действовать глобально. Например, привожу пример, вы хотите освоить сейчас, ну вот, например, основы финансов. Хотите так. Вы, хотите, чтобы и ваш ребенок разбирался в финансах. Ага. Тобто вы повинні навчатися вдвох? Я рекомендую, чтобы родитель выступал определенным куратором этого процесса. Угу. Тобто він залучен повинен бути саме в процес, так? Он должен быть в этот процесс вовлечен, но он не должен нести ответственность, потому что когда сам ребенок будет чувствовать, что он несет ответственность, лучше здесь поставить перед ребенком задачу объяснить родителю какую-то тему. Ага, а кто краще зрозуміє, а кто там краще оцінку? А как там получается так, что доходы здесь меньше, чем расходы, да, вот такой предметный вопрос. После того, как вы определитесь, ну вот на примере этой предметной области, вы определитесь, что хотите освоить вот эту область, вам необходимо подобрать ресурсы. Ресурсы у нас касаются образовательных программ, то есть невозможно без плана обучения освоить никакую предметную область, а план обучения он и включает теорию, которая реализуется через какие-то эмпирики, через какие-то кейсы, через какие-то практики, через какой-то разбор ситуации. Але це справа саме фахівця, тобто педагога, это розумію, а не батька. Абсолютно точно. И я здесь предлагаю в этих условиях, чтобы и ваш ребенок, он был в некоторой степени педагогом. То есть можно даже схитрить и попросить вашего ребенка объяснить ту или иную тему, объяснить тот или иной навык, да, вот может быть программирование он хочет освоить, что-либо еще, для того, чтобы он почувствовал на себе ответственность и как тот самый блогер освоил эту тему и объяснил на примере комикса, который он создал, на примере какой-то презентации. Но, конечно же, это невозможно без использования обучающих ресурсов. Какие сейчас ресурсы доступны? Так. Я всем рекомендую платформу открытого доступа, которая называется TED-ED на YouTube. Есть такой канал TED-ED, это не коммерческий канал, но на нем обычно презентуются материалы знаменитых людей, которые прошли интересный путь в своей жизни. Так, и при использовании этого ресурса, даже если это англоязычный ресурс, очень удобно, поскольку он сопровождается субтитрами на любом удобном вам языке. Во-вторых, сейчас... А на кого саме націлений цей ресурс, на який саме вік?
дитини, якщо ми говоримо про школярів та студентів? Я вам хочу сказати, що зараз з 7 років можна знайти прекрасні мультиплікаційні фільми по економічній тематиці, по любой тематике. Саме на цьому ресурсі. Саме на цьому ресурсі, да. Тобто це дуже повинно зацікавити саме педагогів. Я розумію, що вони можуть там ілюстративну базу для своїх для справ, своїх так, уроків, так. Да, також для своїх занять. Тобто лично я підбираю там достатньо інтересні ресурси і нравиться аудиторії і родительська, і дітям. Сейчас присутствует платформа Курсера, в которой ряд курсов во время карантина выложен в открытом доступе. Но, конечно, в приоритетном сейчас положении, привилегированном, находятся те университеты, которые подключены к этой платформе. То есть есть ряд университетов, которые полностью сейчас получили доступ и можно проходить по любой специальности. Наш университет Мечникова имеет доступ. Университет Мечникова имеет доступ благодаря нашему администрированию грамотному. Мы очень быстро среагировали и одни из первых получили доступ к этой платформе. И по запросу наши студенты могут получать не только образование по этим курсам, а также и в зачетке они получают эту запись в индивидуальном учебном плане о том, что они прошли этот курс. Там безкоштовно? Да, это абсолютно бесплатно. Это абсолютно бесплатно. Тобто це ресурс саме для студентів, так розумію, це не школярів. Я ще би порекомендувала этот ресурс школьникам старших класів в цілях професіональної орієнтації. Сейчас тоже занимаюсь в некоторой роде профессиональной ориентации студентов и родителей. Я могу сказать, что старшеклассники, они не воспринимают теоретические рассказы о профессиях, об успешных людях, они могут почитать так самостоятельно, а они хотят попробовать, как это происходит. И вот такие курсы, которые на Курсере расположены, по программированию, например, по культурологии, по философии, значит, по креативному дизайну, они позволяют подключать к этому курсу, понять, насколько вам интересно этим заниматься, хотите ли вы это делать, что здесь происходит. На ваш погляд, вот самые те уроки, которые запровадили в столице, уроки по телевизору найкращих педагогов Украины, насколько это эффективно? Я вам хочу сказать, что все индивидуально. И вот именно сейчас, если вы подключаетесь к урокам по телевизору, подключаетесь к урокам онлайн-платформ школ и гимназий, вы имеете возможность сравнить. Сейчас это бесплатно, сейчас это комфортно, сейчас это удобно. Сейчас можно быть одноклассником, да, с любым вашим коллегой из Киева, из Сум, из Одессы, и на сегодняшний день понять, может быть, многое понять про своего педагога. Ось, Ирина, может быть такой конфликт, когда дети придут до парты, сядут за парти і скажуть, а ось педагог в Києві казав трохи інше, ніж ви. Ми не збудуємо якийсь конфлікт інтересів серед педагогів. Як ви думаєте? Я так розумію, що будь-який конфлікт інтересів, він визникає в тому випадку, якщо люди не хочуть вчитися, розвиватися, якщо вони не настроєні на саморозвиття. Дуже серйозний виклик саме для педагогів зараз. Совершенно вірно. І вже зараз ми бачимо, як дуже чітко прослежується тенденція, коли ряд педагогів, вони цей процес освоили, они лидируют в этом процессе, они самосовершенствуются, они используют технологии, они ищут пути решения определенных проблем. К чему это приведет? Скорее всего, как если мы следим за теорией экономики, если опираться на теорию экономики, любой кризис, он может быть преодолен путем обновления основных фондов. То есть, если мы говорим о диджитализации, совершенно верно, из этого кризиса можно выйти только в том случае, если использовать активно новые средства коммуникации, новые средства производства. Сейчас многие преподаватели предоставляют доступ к своим онлайн-курсам, то есть я предлагаю вам внимательно все-таки следить за социальными сетями преподавателей, которые дают знания по интересующим вас предметам. Они создают, мои коллеги, да, лично я, создают классные комнаты Google, где сейчас в бесплатном доступе они выкладывают материалы презентаций, они выкладывают задания. И в процессе обучения вы можете в том числе и присоединиться и получить инструкции о том, как осваивать тот или иной курс, осваивать ту или иную профессию. Поэтому лично я рекомендую всем еще заходить на ресурс, который называется Google Classroom. Google Classroom, где многие преподаватели представляют свои курсы со всеми материалами, даже видеолекциями и возможностью выйти в онлайн. Ось таким був минулий тиждень, а в мене на сьогодні всі новини. Я прощаюся з вами до наступної неділі. З вами була Олена Страхович. Бережіть себе і залишайтесь вдома.